Убери руку от моего... О, тебе чего? Что ты тут делаешь? Не спрашивай, дружище. Если хочешь задавать вопросы, задавай их кнуту. Я должен поделить добычу. Эта страна хоть и опасная, зато богатая. У тебя наверняка есть еще дела. Лучше бы ты не встревал. Привет, я Кнут, а это мои люди. Опять будут они неприятные. Что вы здесь делаете? Мы никому не подчиняемся и берем все, что нам нравится. Проще говоря, вы бандиты. Мы предпочитаем название «Джентльмены удачи». С помощью кочевников мы взяли вот этот оазис. И что теперь? У вас есть какие-то планы? Мы подумывали о том, чтобы атаковать Бакареш. Но это нам пока не по зубам. Что, если нам вместе атаковать Бакареш? Ты это серьезно? Знаешь, Бакареш — это тебе не какая-нибудь деревня или оазис. Это все-таки священная цитадель ассасинов. То есть там полно элитных воинов, темных магов. И трофеев. Да, это верно. Такой шанс бывает раз в жизни. Но риск чертовски велик. Так что если мы хотим довести это дело до победного конца, тебе надо хорошенько подготовиться. Лучше бы ты не встревал. Ты научишь меня драться? Так что, ты согласен? Ну, один я такие решения не принимаю. Лично я никуда не пойду без моего напарника Реджа. И кроме того, я не знаю, пойдет ли Атерос. Я имею в виду, что кочевники хоть и помогли нам с оазисом, но кто знает, что у них на уме. Так что позаботься о том, чтобы Редж, этот Атерос, выступили вместе с нами. Тогда и я буду готов рискнуть головой. Я позабочусь об этом. А если было все так просто? Мы хотим взяться за Бакареш. Ты с нами? Бакареш? Да, там есть чем поживиться. Да. И как же будем делить добычу? Ты знаешь, как это обычно делается. Пока один еще сражается, другой уже открывает сундуки. А потом никто уже и не знает, кто чего и сколько прикарманил. Итак, что ты предлагаешь? Ты получишь всю добычу, но прежде ты заплатишь нам за налет. Тогда я пойду с вами. В грабеже ты кое-что смыслишь, верно? Можешь не сомневаться. Тебя еще чему-нибудь научить? Кнут послал меня. Мы планируем нападение на Бакареш. Мы еще не готовы к нападению. Почему бы и нет? Синикара еще нет. Он пошел посмотреть город. Что с тобой? Что со мной должно быть? Я могу тебе помочь подготовиться, если ты хочешь. Найди его. Нам потребуется его помощь. Если он готов, то и мы будем готовы. Найди Синикара. Расскажи мне. Если он будет продолжать в том же духе, если...
молодец. Ненавижу тварей. Молодец, вонючая тварь.
Молодец. Ненавижу тварей. Ненавижу тварей. Вонючая тварь. Ненавижу тварей. Thank you.
Вонючая тварь. Вонючая тварь.
конец. Вот тебе, тварь поганая. Ненавижу тварей. Ненавижу тварей.